Начинаю. Всем здравствуйте, с вами Данила и папа Сережа. Сегодня мы будем обзор про фляжку и чехол. Начинаем. Фляжка вот такая вот. У нее. Вот такая вот фляжка. Армейская. Все открывается. Из нее можно пить. Чтобы не потерялась, тут цеп. Крышка алюминиевая, фляжка алюминиевая. Нормально? Сейчас буду показывать чехол. Чехол. Вот такой вот он. Фляжка у нее вставляется плоской стороной к ремешку. Вот так. Затягивается тут, а потом можно завязать. Вот так вот. И вот тут вот застегиваем пуговичкой. Застегивается она, конечно же, тяжело. Ладно. Чехол под фляжку. И чехол на такой же, только с другой расцветкой. Сейчас я скажу, сколько стоит фляжка с чехлом. 159 рублей стоит фляжка с чехлом. Покупали в магазине Сплави. Чехол стоит 29 рублей. Фляжка стоит 130 рублей, да? Покупали в магазине Сплава, рядом на проспект Свердловского. Всем удачи, всем пока. С вами был Сережа, с вами был папа Сережа и Данил.